Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бон. Продолжаем играть самые классные карты Warcraft 3. Сегодня у нас на повестке дня кошки-мышки, 2.10 версия, со мной в голосе находится Акаки, Биржан, Фнат. Всем привет. Всем hello. Всем здорово. Вот, мы играем кошки-мышки, наша задача как себя победить, но ничего нового в принципе. И там, кажись, у нас все шансы на это есть. Ой. Ой. Ху-ху-ху-ху. Ушел. Ой. Ой, 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 как туплю, ой, как туплю, ой, как туплю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как туплю. Я кнопки путаю. Обалдеть, сейчас так ступил. Если бы он здесь был, он бы меня уже убил. Я просто перепутал все кнопки, которые можно было перепутать, дорогие друзья. У меня не работает массовое строительство. Через shift. Ай, ай. Ну это у тебя шифтом, скорее всего, что-то. Да, у меня все работает. Я почти 100% уверен. Лучшие игры. А, это Суманер, я понял. Суманер мне не так страшно. Постройка завершена. Постройка завершена. Оп. Постройка завершена. Оп. Постройка завершена. Оп. 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 Еще один рудничок отжали. Фига себе, кстати, отжимаю мины. Ага, понял. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, кто у нас тут бирюзонький? Акакуй? Что, тебя научить играть? Отстань, я сюда не подходи ко мне. Я уже к тебе в гости на чаек собирался. Нет, просто мышь ты или мышь? Мышь, 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 мышь. Я под тобой, посмотри, кто тут чемпион. Все застроил. Тогда можешь снять, что делать, я понять не имею. Казинак, спасибо за игру. Ой, спасибо, точечка. Постройка завершена. Короче, сейчас строишь работя... Ну, ты сделал. Построй хотя бы какую-то башню одну. Ну, какую-то, зекурат. И старайся дальше расти, да. Все верно. Зекурат, чтобы какая-то фигня, если есть, бежишь к зекурату, и он тебя спасает. Сразу просьба всех мышей сделать вот так вот. Мышей никто никому не трогает, уточню. Так, ты главное, а башню я вижу, да. Вот. Денег нет, поэтому вы пока держитесь, ребята. Не обессудьте. Можешь мне скинуть, но вы еще не можете перекидывать, по идее. Поэтому да. Не можете, но если очень сильно хочется, то в принципе можно. Можно на карту, да. Оно работает всегда. Согласен, одобряю, это хороший план, мне нравится. А карта Акаки, как всегда, прикреплена снизу в комментариях, да. Блин, мне кажется, скоро может быть реально твою карту прикрепить. Рабочая система. Ну а почему бы нет? Так, кузница что-то полезное? Нет, или кузница не очень полезная? Кузница, она в любом случае пригодится, и там войска грейдится, если не ошибаюсь. А, ну я не планировал. Можно через героя играть, и будет классно. Помогите так, парня. Постройка завершена. Так, сюда, сюда. Смотри, там мина, 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 пацаны, там мина была. Вот понял, там, спасибо. Я сейчас там мину положил. Там туда ты ее выдрессал прям только что при мне. Ожидайте. Я пойду ее разминирую сразу. Ты только не мышью. Да, это классный план. Кто быстрее, кто быстрее, кто быстрее, я быстрее, а? Понял, Тумат? А там новое. Еще одну выдрессал. Пойду мышью разминирую, я слышал, она мне еще тот. Да, делает, делает. Ты мышь сапер, нормально. Давайте. Учтите, когда вы себя это, то вы на тебя перенаправляетесь автоматически. Кузнец очень нужная вещь, еще алтарь героев тоже классная вещь. Никто не хочет, да, спас. Нафига вы это? Кто это сделал сейчас? Что именно? Это не это просто я такой. Просто камбэк, я не знаю. Чтоб ты понял, человек подошел снайпером разминировать. Рифлом. Я думал, ты сам подошел, думал, ты план. Нет, я не знаю, кто это такой умный. Просто, ребята, еще это так не делается. Это освобождается мышь, мышь взрывается. И рифл спасает всех мышей. Да я для понимаю. Рифл не стрелял, в смысле не стрелял? Через автоатаку надо стрелять. Оп, мина. Он так не стреляет. Пушка заряжена, не стреляет. Вот рифл заряжен, но не стреляет. Кто удашил моего рифла? Постройка завершена. Демоны! Завершена. Украли рифла. Ничего страшного. Понятно.
походу его слили. Так. Просто так не надо потом делать вот и все. Так, кузница мышей. По идее, вот это. Центр исследования. Позволяет ей взять высшее заклинание. Ага. Ага. Я строю все, чтобы наверняка. Это, кстати, правильная методика. Построим вот этого дяденьку. Мне он винит, скинул бабок. А я думаю, что у меня столько бабок. Че такой богатый? Подожди, кто это такой? А, кто нас? Знаешь, че я понял? Если тебя взорвут, то мне конец. Ну да ладно. Поэтому... А, запечатанная стена, твоя стена. Да иди ты, Асан Тунат, не буду, я типа как там ходишь. Ты мне неприятен. Я сделаю вот так вот. Слышь? Ты забидел, конечно. Кто самый главный герой? Кто самый классный герой? У кого приколючий есть? А фиг знает. А, из героев? Короче, смотри, гнома есть это, неуязвимость, можно ходить и бить этих. Все, я в деле, давай, я качаю гнома. Ты понял, да? Есть дальник. Еще один фиг знает. Так, я хотел делать вот этих работяг. Или в этих работягах. Блин, я не успел, я стал спасибо, но не успел. Ребят, ну вы когда рифла ведете туда, вы хотя бы его отводите, хотя бы чутка на базу. Потому что вы и так их фармите. Вы их так нафиете, и как бы потом сами будете с ними разбираться. Как вы делали мышь настоящую, короче? Это в здании работяги. Стани рыбачи. В казарме или где, не всем понял. Что за фигня? Ну все, лагает, капец. Смотри, у тебя есть работяга твой, который этот обычный. А, у меня еще в нем еще все-таки здание есть. А, главный центр мышей, ничего себе. Строим. Получаем левел, нам пофиг. Все, спасибо, поработали. Кстати, вас там закрывают, ребят. Держу в курсе, да, вас закрывают. Извини, что? Так, а где-то должна быть... Ты чё там? Блядь, кином не убежал. Мышь убили. Блин, такая мышь была хорошая. Сценарезка, пацаны, сценарезка. Сценарезка опасная фигня. Вот, да. А, мина была. Я понял. Перенаправляй сценарезку, ты на него, блин, ладно, я понял. Так, в работяге. А, вот. Мышиный институт есть, но нет. Это не то. Ну да, обычно в работяге делаешь вот это здание и в него складываешь дерево. Кто-то там жаловался, что это не так, типа. Фиг знает. Я не знаю, да? Я знаю, что это не так. Вот. А сюда надо работяг на золото. Все, готов. Винди, спасибо за бабосики. Так, я пойду киндера дальше бить. Ну что, ну все. Что ты хочешь сделать? Хватит плеваться в меня какой-то герой. Киндер, что за мувы? Я не понял. 300 IQ? Ну, еще раз, есть неприятная такая. А чем он снарисовал? Есть ли дальнобойная херня, чтобы сломать снарезки у нас? Есть? По идее, да. И зачем ты ее убил? У нас башня, по идее, какая-нибудь есть. Сюда грейдим. Нужно к героям брать и фигачить ее. Найти оружие, ракетное для убийства зданий и воздушных юнитов, а также может быть по клеткам с мышью. Башня жил и лучше, который не очень приятный, как там. Вот это дорога дальнобойная. А как ее добывать? Ай-яй-яй, вот это я руина. А, вот рубить дерево, может, механик, я понял. Мне механики нужны. Так, что-то они уже наглеют. Да, очень даже, я сказал бы. Очень. Он же снарезка придет ко мне, и там наглый там грызется. Да. Ракетная башня, вот. Блин, эти... Драконы, не драконы всякие. Что не классная фигня. Ой, там что, в лайдере дракончики летают, вообще неприятно. Да, так и для этого надо эти строить. Там сейчас у меня улучшится, блин, она еще не скоро улучшится, братан. На город наших братьев, на жилье
Ты хотя бы живой? У тебя есть там какая-нибудь башня? Да, я спрятался, да нет, он там в стенорезке мне медленно, но верно живет, короче, здание мое. Я тебе войска отправил, блин, это фигово, кстати. Убей дракончиков, если, короче, я сейчас выйду на нее, убью сразу. Я этим занимаюсь. Побежали. Да, тех еще не убил, слышишь? А, все, там ракетная. Побежали. Только куда ты бежишь, мне интересно? Еще. Тут некуда бежать, ты понимаешь? Да, всегда есть куда бежать. Ты прибежал сюда, чтобы что сделать? Вопрос. Чтобы куда-то он резко катается на воде. О, ты знаешь, я лучше рабочку вести от него. Ты понимаешь, что это сейчас стенорезка ко мне прилетит? Ну, возможно. Построй себе дом здесь. Бужит со мной. Да башня пофиг. Я построил бункер лучше, а не дом. Ну да, я про это и говорю. А, ну ладно. Можно защищать мышей, свою базу, а также дерево может оскорбить котов, и они будут вставать перед бесполезной херня. Ну все. Стенорезка что-то вообще офигевшая. Да, еще никто не трогает там такая, ну ладно. Так, мне надо вот эта штука, если я правильно понимаю, она должна быть полезной, по идее. Ну-ка, сейчас проверим. Ну-ка, Вига, что ты мне сделаешь? А, я ей ничего не сделал, ладно. Кто моего героя трогает, мне интересно, оставьте героя в покое. Нет! Так, хорош. Дыра! Спасибо, что палишь, вообще все, что только можно было спалить. Да. Идея была классная, кстати. А там мы жизнь с другой стороны, я фиг знает, что делать. А он с другой стороны высадился вообще? Или танк он вызывает, или как он его шел, притащил? Я фиг знает, что он там сделал. А, да, он его вызывает. А, нормально как там. А ну, кстати, так не очень сильно там уйдем. На трон, а осадный только. База мама чисто. Так, от него избавились. Надо с ним резко избавиться. Печаль в том, что у меня 200 навески, ну ладно. Отстань от меня, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Больно? Так а ты что думал? Да, давайте, у меня вообще ничего нет, ребят, у меня все деньги забрали. Да я понимаю. Там есть что-то, нет? Ну, по крайней мере, я не уж лучше спайл, знаешь, нет. Наверное, неплохо, всего. Кстати, проверяете. Не поставят на проходе они, а не так, как вы проверяете. Конец. А? Нет, не конец. Пойдем-ка. Почему ты выжил? А, у тебя плюс 2 брони откуда-то. Ну, у меня плюс 2 брони от моего здания, наверное, или лёд. Кстати, понял, пацаны, кидаем бабки Алексу. Жаль, что они уже сзади зашли. А, да? Да. Да, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился видосик. Всем удачи, всем пока. Всем пока.